И всем привет, с вами Лимбер. И это, ну, получается, четвертая серия по Cold Sight. Сегодня мы наконец-то дойдем до финала, закончим прохождение этой игры, потому что растянулось оно намного дольше. Я потому что, типа, альтернативную концовку открыл. Да, так, ладно. Ну, альтернативная концовка покороче, а вот основная концовка, видимо, это уже шестая глава, она подлиннее. Вот и сегодня мы ее будем проходить, поэтому давайте вот нажмем продолжить игру и будем ждать, пока там все прогрузится. Грузится оно будет долго, ладно, я пошел. Так, уровень 5, свобода. Так, давайте быстренько сейчас. Почему опять с него, типа, начинаем? Ну, ладно, пофиг. Сейчас давайте быстро заберем сувенирчики. Как же меня это бесит, серьезно. Так, давайте сейчас быстренько соберем сувенирчики. Так, перейдем к вертолету, все, улетаем к херам собачьим. И это, начинаем шестую главу. Я вот этого не понимаю, типа, хрени, то, что оно не сохраняется почему-то. Типа, просто, оно же там пишется, что сохранение в начале каждой главы происходит. Я дошел до шестой. Угу, здравствуйте. Да, они мертвы, у меня все получилось, держи. Здесь все взлетит на воздух, летим на том, на чем есть. Так. Ну, это пропустить никак нельзя. Чего-то нельзя. Что тут делают какие-то вышки? Типа, мне... А, это не вышки, это какие-то дома. Странно, в пустыне такие дома. Хрень какая-то. Ну, как бы, окей, это дело вроде как один человек, если не ошибаюсь. Точно не команда. И, ну, какие-то это позволительно. Он просто там, типа, взял где-то там... Он просто взял где-то там модельки и такой накопирую, и так сойдет нормально. Я его в этом ни в коем случае не упрекаю, потому что как бы одному игру делать это не самое легкое дело. Не то чтобы легкое, типа ты не сделаешь супер качественно хоть как, потому что ты один, нужна команда. Ай. Так. Угу. Это просто интересно, типа, как вообще... Так, камера не очень, конечно, перемещалась. Как будто я, типа, знаете, гармошкой сложился и, типа, в песок утонул. Как-то так, такое ощущение было. Так, диск мы оставляем себе и бежим. Так, оставить жесткий диск себе. Меня интересует то, что как он убежал. Как он убежал? Это большой вопрос. Прикиньте, от вертолета убежал. Так. Угу. Так. Так, 7.50. Уровень 6, временная база повстанцев. Окей. Это, видимо, мне кто-то... Подождите, за кого я играл? Кто там сзади шел? Не понял я. Так. О, так, берем лом. А, все, да? Что произошло? Ладно. Ой, подождите. Есть какие-нибудь фигурки? Так, окей, на меня туда не пускают. Ладно. Никаких фигурок нет. Ралк. Ты-дыньк. Ты-дыньк, ты-дыньк. Так, фигурок нет, фигурок нет. О, дверь открыта, какая... Это... Как приятно. Так. Текст.
Так, а мне интересно, я могу, типа, вообще их бить? Да, могу. Прикол. Киньте, могу сосульки бить. А, сюда нельзя, да? Ну ладно, ладно. Так. Подумал, я залагал сейчас. Ну как там здание это могло упасть? Чё за бред? А чё, нельзя про это? Нет? Ну ладно. Неожиданно. Есть какая-то хрень. Так. Так, ну нам, видимо, сюда, да? Да, сюда. Определенно. Мешают они мне тут. Уйдите. Уйдите. Уйди, я сказал. Уйди. Уйди. Так. Я камнем сейчас киданул, что ли? О, секретик. Прекрасно. Чё, камнем сейчас киданул, что ли? Так. Ага. Опа. А, и теперь сюда. Столкнул. А куда теперь? Так, ну прямо вот. А, только прямо. А, сюда залейки сейчас. Так. Тедень! Хопа. А чё? Так, ну ладно. Я сейчас даже не по этой коробке долбанул. Лол. Так. Так. Так, проход закрыт. Да господи, опять же этот камень пугает меня. Так. Как сюда пройти? Стоп, я не понял. Или мне не сюда? Хм. А куда мне? А, серьезно? Ну что, я сам могу отодвинуть? Фига я силач. Вот это да. Так, ладно. На самом деле, я не понимаю, типа, герой вообще ничему жизнь не учит. Он в жопе какой-то побывал, а теперь еще в какую-то сраку суется. Серьезно. Вот нахрена? Зачем? Сидел бы дома спокойно. Зачем куда-то там на какую-то свалку ходить? Я думаю, что ему прислали какое-то сообщение. Нам просто об этом не говорят. Типа, чувак, у тебя есть эти данные, вот это вот и все. Типа, иди, вот мы тебе координаты дали. Нам они нужны, вот это все. Типа, мы по станции туда-сюда. Ой, так. Че, ищем секретики? Секретиков нет. Вообще лень их уже искать на самом деле. Просто уже надоело. Уже хочется побыстрее эту игру закончить. Так, куда я не пойду? Ох. Так, залезть нельзя в этот грузовичок. Машиночку. Так. Так, ну идем сюда, чё? Так, лом. Похоже, я на месте. Это временная база по станции, но я никого тут не вижу. А, мне послышалось. А, в смысле? Я подумал, мне сюда идти. Дверь открывается не здесь. Видимо, реально, типа, героя нашего послали. Ну, в нормальном смысле, послали. И, типа, он сюда пытается прийти, окей. Какой нафиг пос... У него же данные есть, у него же есть это, жесткий диск. Он, может быть, просто типа его поизучал, такой, ага, типа, вот координаты, иду туда. Пипец, тут база огромная, конечно. Дверь открыта. Да,
пугает меня. Не хватает двух предохранителей. А, ну это как тогда. Да, там не хватало двух предохранителей. Так, то есть теперь нам нужно эти два предохранителя, я так понял, найти. Так, ну ладно. Предохранители, вы где? Найдитесь. Мне лень самому сейчас до вас идти. Так, трубка не работает, естественно. Можно его сломать, он не мешает. Я пройти хочу. А, тут другой вход есть. Окей. Лабиринты какие-то. Один предохранитель. Что это было? Так, ладно. Видимо, кто-то есть. Hello? Is anybody here? Так. Ой-ой-ой, нифига себе, как могу прыгать. Так. Текс. Ой, надоело уже бродить. Так, вертолет какой-то. Упавшая вышка. Может, в вертолете что-то есть? Чё, ничего нет, серьезно? Просто так тут лежит? Слишком он какой-то бесполезный. Ладно, так. Опа. Сюда залезть можно. А войти сюда нельзя. Чё за непродуманность такая? Где вход? Хотя бы просто бы типа вошел. Здравствуйте, можно войти. Так. А, я круг прошел. А мне не хватает двух предохранителей. А я оттуда пришел. Я пришел оттуда, потом вот оттуда круг прошел. Теперь сюда. Так я нашел только один предохранитель. Алло. Типа, чё? Подождите, или там сколько не хватает? Двух? А, не сказано, не показано. Может, он где-то тут? Нет. А где тогда он? Где может быть предохранитель? Стоп, давайте еще раз. Еще раз пройдемся. По этой заброшенной базе. Так. Смотрите, тут я нашел один предохранитель. Тут всего один был. Так, тут что? Сюда я не могу залезть. Может, тут что-нибудь есть? Да нет. Зачем тут что-то оставлять? Вот тут. Что, тут ничего нет? А почему тут ничего нет-то? Что за... Опа. Я паркурист. Так. Ничего нельзя. Угу. Так, окей. Идем, значит. А тут закрыто, да, окей. А, вот же еще есть какая-то хрень. Вот. Вот здание какое-то. А я его не заметил в первый раз. Какие-то лабиринты непонятные. Так, давайте вот... Так, превьюшка. 18.15. Надо записать. Я же говорю, тут кто-то есть. И этот кто-то вот он. Смотрите, его теперь нет. Здравствуйте. На самом деле, он меня вообще не пугает. Типа, если он только скримером не вылезет. Ну, скример это опять... Опять же говорю, скример это нечестно. Потому что, ну, типа, это самый легкий способ напугать кого-либо. А потом ты к ним вообще привыкаешь и такой, типа, вообще пофиг. Еще раз повторюсь, скримеры это нечестно по отношению к игроку. Так, все, открыл. Так, за мной никто не наблюдает. Так, предохранители на месте, что дальше? Так, это я включил. Вот серьезно, блин, типа, он даже не заметил, что там кто-то за окном стоял.
Дверь по-прежнему заперта. По-прежнему. По-прежнему заперта. И что мне надо сделать? Если она по-прежнему заперта, мне ее нужно отпереть. И вход не в... открывается вроде не здесь, он там сказал. Ладно, сейчас посмотрим. Так, вертолет. Угу. И чё? О! О! Опа! И чё? И чё мне это даёт? Тут дверь была, теперь её нет. Мне надо... Серьёзно? А чё я сразу не допёр? Смотрите. Башня же упала. Башня же упала. Теперь я могу по ней подняться. В чём проблема? Ага. А, чё, нельзя? Да в смысле, неплохая же задумка. Чё бы её не реализовать? Все ж так хорошо же было, а вы это, обосрались, как обычно. Так. Ой, так, и что мне делать? Сюда? А, мне сюда не пускают. И сюда меня тоже не пускают. А вот сюда пускают. Окей. Странная хрень. Так, эта хрень не ломается. Сосульки не ломаются. Очень интересно. Так, я чуть не застрял. Ой, еще раз давайте. Тук-тук-тук. Есть там кто? Так. Еще раз. Где кто вообще? Зачем? Почему? Где еще мне можно что-нибудь найти? Так. Я так понял. Давайте, давайте сейчас подумаем. Смотрите. Я пришел, значит, сюда, да? Такой, иду. Открываю замок. Иду сюда. Такой, ага, дверь закрыта. Что же мне делать? Мне нужно найти от нее ключ. А, скважины нет, значит, она открывается как-то электронно. Или там по рычагу. Потом я иду сюда. Обнаруживаю, что тут нет предохранителей. Эти предохранители, я вот это все делаю. Что что-то сделать? Да нет. Обнаруживаю, что ли... Точно, ёперный, есть же еще компьютеры. Так, смотрите, потом я иду вот сюда. Вот сюда я бегу. В срочном порядке. А, подождите, не сюда. Потом я в срочном порядке бегу сюда. Вот. Войти в систему. Дистанционное... Так. Включить освещение. Главное меню. Дистанционное. Открыть. Внимание, главная дверь открыта. Все, я понял, да. Проблема решена. Определенно я молодец и я умный, да. Так. Ой. Так, все, свет включен. Включен. Ага, костер. Опять какие-то помещения закрыты. Ну что за бред? О! Повстанец, мы тебя ждали. Диск с данными у тебя. Прежде чем я передам вам диск, у меня есть вопрос. Да, конечно, я слушаю. Почему вы хотите уничтожить фонд? Мы должны заполучить аномальные объекты в свои руки. Мы не можем позволить фонду удерживать их. Ты даже не представляешь, насколько они могут быть полезны нам. А теперь, пожалуйста, передай диск. Оливер сказал, что фонд может и хочет использовать объекты в вооруженных конфликтах. Да, и это тоже, пожалуйста, просто передай диск. Мы ждали тебя очень долго. Еще две концовки, что ли? Ага.
Может, передать? Хотя... Ой, ладно, пофиг, короче. Давайте просто передадим диск. Просто его передадим. Вообще пофиг. Я нашел по станции, передал им диск информации. По станции убедили меня присоединиться к ним и бороться с фондом. Это было ошибкой? А мы не знаем. Вы получили альтернативную концовку. Вы что, офигели? А где... Где сама концовка? А где сама концовка? Я могу, кстати, прыгать. Музыка Ambient Микотарми. Звуки Николай Семенов. Угу. Спасибо за игру. Ну, допустим. И что? Так. Так, еще раз. Начинаем временную вот эту базу повстанцев. Не отдаем им диск. Они меня, наверное, расстреливают. Я не знаю. Вообще без понятия. Вообще без понятия. А, я им не, удаю, не отдаю диск, я уничтожаю его, да? Вот так вот. Ладно, ждем. Я надеюсь, что сейчас не будет долго слишком все грузить. Так, 26.33. Начинаем. Так, уровень 6, временная база повстанцев. Сейчас так быстро его проходим, пробегаем. Так, реально, а что будет, типа, если я не отдам? Дико интересно. Так. Угу, бежим, бежим, бежим. Ой. Мне просто интересно, зачем, типа, вот... они добавили вот этого чувака. Мистического какого-то непонятного. Вот эту вот аномалию, так называемую. Это же аномалия, типа, объект. Ой, я, кстати, еще вспомнил, типа, объекта код. Так, да понял, понял я, что там все рушится. Так. Так. Так, секундочку, я писал человечку что-то важное. Так, на один секрет, пофиг. А, нам теперь сейчас надо вот сделать вот тек. Вот тек. Вот тек. Да блин. Так, чуть-чуть паркура. Эйч. Ага, быстро все делаем. Ну что, тут как бы смысла растягивать нет. Что мы уже почти прошли. Да мне кажется, эта серия будет просто короткой очень. То есть там минут 30. От того стандарта 40, который обычно бывает. Бывает, конечно, и час, и 50 минут, но это уже... Фига себе, я в воздухе попал. Вот это я жесткий, конечно. Так. М. Чё? Ну, да вот ты бесишь. Бесишь. Вот и все. Мне до сих пор интересно, как он вообще сам машину оттащил? Как это возможно? Типа, что она еще так двигается, как будто это просто какая-то тележка, типа, ну просто тяжело нагруженная. Так, или пластиковая машина. Как будто там железа вообще нет. Какая-то коробка на меня упала. Так, там никого вверху нет. А то вдруг там вот этот человек стоит, короче. Ну, не совсем человек, аномалия. Вдруг стоит, короче, и на меня коробки скидывает, охреневший. Так. Ой. Так, быстро, что, бежим все делать?
Ах, твою мать. Вот сейчас я его увидел. А тогда я его не видел. Вот это страшно, конечно. Ладно. Так. Подождите, а где я вторую взял? А где я взял вторую? Не понял. Стоп. А где я вторую взял? Не хватает двух предохранителей. А где я второй-то взял? Вот это прикол, сейчас искать что ли будем? Серьезно? Подождите, один я взял тут. Вспомнил все. Угу. Ну, ломайся. Ломайся, сказал. Вот и все. А то лишь не ломается. Смотрите. Берем, оборачиваемся. Он тут. А теперь его нет. Магия, да. Так. Ух. Так. Опять скримота гребаная, типа, серьезно. Я просто слышал, что кто-то пробежал. А вот конкретно этого я не видел. Поэтому я не напугался. Поэтому, мне кажется, хоррора можно проходить просто с закрытыми глазами. Так, предохранители на месте. Что дальше? Так, а теперь дальше мне надо идти и включать вот этот вот компьютер. Так, сейчас. Угу. Так, ой. А, это я просто камень швырнул. Пофиг. Управление освещением включить. Солнце открыть, закрыть. Так, все, бежим. Все, сейчас узнаем альтернативную концовку. Возможно, будет красивая превьюшка, как меня расстреливают. А возможно, и не будет. Нужно будет просто черный экран, типа, и с озвучкой, как меня там стреляют. Типа, просто не будет заморачиваться никто. Так, здравствуйте. Мы тебя ждали. Ага, почему вы хотите? Ага. Так. О, это интересно. Ага. Ага. Чё? Данные удалены. Что? В смысле данные удалены? Вы получили истинную концовку. Ага. 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 То есть, смотрите. У нас несколько концовок. Либо я, становлюсь другом фонду, да, и становлюсь их членом. Либо я становлюсь членом повстанцев. Твою мать, я ручку сломал. Членом повстанцев. Либо я вообще, меня задерживают хренам собачьим и все. А, нет. Я с фондом не дружил. Мне просто стерли память, и я, типа, дальше там продолжу жить своей жизнью. Так, ладно, ну и, наверное, все. Ну, да, все, мы уже все концовки вообще сделали. Вот это, вот он, финал, вот она, истинная концовка. До нее мы наконец-то дошли. В общем, спасибо автору игры за три концовки. Как бы, не спасибо за недоработанность, но спасибо за то. Точнее, даже не надо его уважать за то, что он эту игру делал один. Ну, там, не считая звука, оператора или кто он там. Еще там какой-то человек был. Ладно, не суть, переходим к концовке. Так, ну и что бы мне хотелось бы вам сказать? Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под этим видео, это очень важно, всю здравую критику пишите туда. Также, ставьте колокольчик
на мой канал, да, чтобы получить уведомления с YouTube о выходе нового ролика. И чтобы усилить этот эффект, переходите по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте. Тоже там все анонсы, там важные новости, типа выйдет ролик, не выйдет, это все. Да. Так, ну и, в общем-то, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.